Друзья, всем привет! Я, как обычно, около моего обожаемого места. Это Акимат Алматы. Это мое самое-самое место любимое. Место силы, так сказать. Я сегодня пришла с таким вот плакатом. С плакатом о том, что я являюсь открытым участником движения ДВК. Я требую, чтобы его отпустили. Жатишева. Он уже находится в тюрьме слишком много, слишком долго. То есть, как я уже сказала о том, что вот он. Это вот заявление мое о том, что я являюсь открытым участником движения ДВК. Примите в отношении меня меры, если экстремизм — это сказать правду.